Więc pani nie sobą dzisiaj. Почему, для чего, зачем? Почему, для чего, зачем? Почему, для чего, зачем? Это очень похожие слова, но в принципе они не особо отличаются. То есть, если, допустим, говорят, что нужно что-то сделать, спрашивают зачем, для чего, с какой целью, то есть какие последствия будут после этого. Почему? Наверное, больше задают вопрос такой после того, как говорят, что что-то произошло. То есть, допустим, не знаю... Авария. Да, авария. Не, ну если авария, то, скорее всего, такие вопросы не задают. То есть можно спросить, из-за чего. То есть, это то же самое, как для чего? Нет, это не совсем так. Допустим, если надо что-то сделать, и спрашивают, что после этого я буду иметь, например, зачем мне это делать, или для чего. Чтобы после этого что получить. Вот, тогда спрашивают, зачем или для чего. Ага. Если авария, то... из-за чего, спрашивают. Ага. А почему это как стандартно, да? Почему это... в принципе, если... Даже не знаю, что привести в пример. Например, мне поставили пятерку. Это я такой тоже не... Ну, допустим, почему? Потому что я хорошо подготовился. А, вот, понятно. Это как... why? Because... например. А, ты с... ага. Что-то такое вот. Ну, это, можно сказать, стандартное. Меня зовут Алиса, я учусь как раз в... А на каком факультете? ИМЭП. Это Институт мировой экономики и бизнеса на Рихлай. Хорошо. Спасибо большое, Алиса.